Всем доброе утро, я уже в студии, и мне наконец-то пришел мерч Big Bang, который я заказывала еще, наверное, в ноябре, а пришел он мне, получается, только в феврале. А забрала его только сейчас. Сегодня, на секундочку, июль. Пришли с мерчом Big Bang, и давайте посмотрим, что там внутри. Мне очень странно это наблюдать, но пакет, в котором находится мерч, испорчен. Типа Big Bang. Ну ладно, она просто вся покоцанная. Видите, какая ужасная. Издалека, может, норм выглядит, а вблизи отвратительно. Здесь у нас находится slide sleepers. Короче, тапочки. Тапочки 8 размера, а у меня, на секундочку, 10. Покупала, ну, потому что по скидке почему бы и не купить. А ну-ка. Вау. С браком пришли. Тапули. Big Bang. Бэнг-бэнг-бэнг. Буду, короче, в них ходить на работу. Мой размер. Кайф. Только куда я в них буду ходить? Можно на вопрос? Не просто. Можно, конечно, скрипать, но не по-детски. Но я считаю, это просто пушка-нереалка. О мой бог! Немножко с браком идут, конечно же, не без этого. Но... Вот такая сумочка. Это мне пришла надувная подушка. Надувная подушка, 200 килограмм. 260 сантиметров на 70 сантиметров. Made in Korea. Не буду ее вскрывать, потом надую и вместе посмотрим, как она выглядит уже в надутом состоянии. Я так поняла, здесь насоса нет. Будем губками надувать, а что? Ну и последнее, что мне пришло, это... Это стикеры. Стикеры и карточки. Вот таких стикеров у меня не было. У меня были немножко другие, но такая наклейка на моем планшете присутствует. Или у меня есть такие стикеры? Я уже не помню, если честно. Вот такие вот фотокарточки еще. И за весь этот мерч, внимание, я заплатила, не дай соврать, 'В перерыве между клиентами я сходила, у меня было время на Wildberries, выпила кофе, съела сэндвич, пообедала и принесла все, что по расходникам у нас. Заказываю в основном на Wildberries, потому что это очень удобно, очень быстро. И у нас Wildberries совсем рядом со студией. Крафт-пакеты 100 на 200 покупаю целым блоком, 500 штук. Также сама бафики, очень их у нас расход на рисунки, на аэрограф, это все вот. Айно. Решили перейти, так как у нас прайс повысился, на классные крема Ле Роше Позе. Они очень хорошо для подходит ручек. Не помню, как это называется. Выведу на экран. В общем, когда шелушатся ручки, очень хорошо помогает. Очень классный крем. И также скопом покупаю бумажные полотенца, потому что тоже заканчивается очень быстро.
Значит, пришел мне Ле Роше Позе сломанный. Естественно, я ничего не посмотрела, глупенькая такая. Будем сейчас чинить с помощью акригеля. Не знаю, получится или нет, но мне кажется, получится. Что? Ты будешь опять курсы записывать? Да. Заново. Все. Потому что те уроки, которые я записывала на час, никто смотреть не будет. Я их не могу посмотреть, понимаешь? Я вообще вебинар уже дохнула, 72 часа, там еще не делать шоу. Просто, насколько я знаю, я сижу сейчас за другими мастерицами, и они, типа, делают курсы по блокам, и там, типа, урок 7 минут, урок 7 минут. Я не знаю, что можно успеть рассказать за 7 минут, но я постараюсь. А какой там формат? Типа, она показывает руками, или там она рассказывает? Руками показывает. Я постараюсь. Я уже создала себе план. Так, у нас сейчас распаковка с Алиэкспресс. Я попытаюсь снять влог. А? Да. У меня половина есть одного дня, и сейчас будет вторая половина. Так, кофточка такая пришла отвратительного качества. Вся синтетическая. Вставлю фотографию сюда, как должно выйти. Ой-ой-ой, топик упал. Короче, топик ХБ. Чьи-то волосы. Надеюсь, не китайцы. Так, вот такой вот топик идет. Значит. И вот такая вот накидулечка. Ну просто милота. Ну просто, я не знаю. А я, блядь, вообще надену ее. Не на руку она оденется вообще. Успеете приехать? Я думаю, да, если сейчас быстренько все закажем. Что ты хочешь, мак? Да, давай. А? Давай. Вот такая вот кофточка. Сейчас, девочки, мы закажем Макдональдс, и мы к вам вернемся. И что ты думаешь? Я вот подумала, может быть, он мне тоже нужен. Ну, как-то не знаю. Я подумала, может, мне тоже нужно. Ору. Ну, просто ничего выпуклого не будет. Мне кажется, что мне это очень надо. Ну, это тоже стоит отдыхать, это выпуклое. Как раз посмотришь, насколько он тебе сильно нравится. Выпуклый очень нравится. Ну, типа, если ты сейчас сделаешь... Не выпуклый. Насколько тебе прям... Я уже не могу, мне кажется. Мне надо, чтобы было что-то. Что-то выпуклое на ногте? Да. Как будто бы, да. Я помню, когда мы начинали с тобой только. Выпуклое. Оно не будет мешаться. А то все, пятое, десятое. Не будет. Не будет. Глупая какая. Так, это что такое? Доступно обновление. Да я вообще на ближайший месяц. Я буду здесь, а точнее всю свою жизнь. Слушай, Чингука на повторе. Так что, если что, отменяйте свои записи заранее. Если вам что-то не нравится, предоплату возвращаю. Так. Надо было посчитать, сколько раз послушали Чингука, пока я сижу. Счетчик такой, знаешь, как на шахматах. Мне кажется, раз 10 точно было. Нет, больше. 15? Это если бы я еще не делала маникюр, мы бы тут каждый раз просто.
Вместе? Все, наконец-то закончила работа. Под Тэмином заканчиваем. Хотелось бы, конечно, под Чонгука его новую песню. Но мне лень встать и включить ее. Сегодня целый день ее слушаем с девочками. Я в шиках. Я даже забывала снимать влог. Все что-то как-то по кусочкам снимаю. Надеюсь, вам норм. Как норм? Ну, типа, нравится. Если что, дико извиняюсь, но, возможно, влоги в России мне как-то даются не так классно, как влоги из Кореи. Хотя во второй поездке, как вы знаете, я ничего не снимала, никаких ни влогов, ни одного. Даже то, что я обещала, распаковка вещей, которые я купила в Корее, я ничего не смонтировала. До конца вещей всех я не снимала. Все, что я купила в один день, я сняла, а все, что я покупала после этого, я не снимала. Возможно, как-нибудь соберусь силами и сниму дома обзор на все, что я купила в Корее. Там, типа, Dyson, вещи какие-то, шмотки. Да, но not now, как говорится. У меня еще столько видеоматериала для того, чтобы выложить на YouTube, а я чем занимаюсь? Снимаю рилсы, снимаю влоги, снимаю курс, делаю все. Ну, то есть я... Как это объяснить? Наверное, сезонами... И, допустим, когда у меня какое-то творческое настроение на определенное видео, я его делаю, а когда его нет, то я это не делаю. Вот. Наверное, так это стоит объяснить. Видео хранится до того момента, пока у меня не появится ни одного вдохновения. Я думаю и считаю, что так делать нужно, а не из-под палки, как я рожаю рекламные ролики, например. Это, да, прям из-под палки получается... Конфетка, конечно, но по мне это очень сильно жутко бьет. По моему психологическому настроению психолог просто счастлив, рад встретить меня с моими какими-то обломами, разрывами по жизни. Вот. Собираемся и летим домой. Ой, такой корейский у меня ужин. Пришла с работы. Ужин готовлю. Делаю себе такой кисрамен. Но единственное, у меня нет сосисок.